На стадионе «Энергетик» прошел очередной футбольный матч названия чемпиона Артемовского городского округа в формате 7-7. Турнир стартовал еще в мае. За звание лучшей команды соревнуются 8 коллективов. 2 команды из Шкотова, «Динамо» и «Зенит». 3 из Артема, «Пирамида», «Шахтер» и «Спарта». «Энергия», «Ветераны», поселок Артемовский, чемпион и стимул, поселок Трудовое. Получается, уже начался второй круг чемпионата. Первая тройка – это «Пирамида», «Артем», Артем, да, «Шахтер» Артем и «Энергия» ветераны команда на третьем месте. И рядышком «Стимул» располагается, «Динамо» Шкотова. Вот между вот этими командами, и, я думаю, пройдет борьба, то есть за тройку призеров. На футбольном поле сойдутся команды «Спарта» из Артема и «Стимул», советский район города Владивостока. Все игроки – любители, днем работают в разных сферах экономики Приморского края, а вечером отдают душу любимой игре. Профессионалом стать не получилось, вот, поэтому занимаемся любительским футболом, не бросили это дело, продолжаем. Как у вас вот спортивный азарт, настроение, вообще как вы себя чувствуете? Отлично себя чувствую, футбол люблю, готов играть в любую погоду, в любое время года и с любыми соперниками и коллегами по команде. Что вы скажете о своей команде, как у вас сплоченный коллектив, кто сильнее, кто, в общем, какие характеры у ребят? Ну, разные ребята есть, мы же собрались здесь просто поиграть, так говорится. Есть сильные ребята, есть похуже, но все равно мы все команда и... Друг за друга всегда отрабатываем и не унываем, как говорится, даже если проигрываем. Команда соперника серьезная, но мы постараемся, чтобы их обыграть. Вызов. Спокойно. В смысле, каждая игра у нас, это можно сказать, как вызов идет. Разный возраст у всех у нас. Команда молодая, да? Можно, да, и так сказать. Где-то есть возрастные ребята, где-то есть молодые. И сейчас мы большую часть тянем молодых. Пока спортсмены разминаются, на трибунах собираются болельщики. Старая гвардия – истинные фанаты, бывшие футболисты. За его комбинации, за его финты, за голы. Футбол вообще – это хорошая игра. Отец и сын Дмитрий и Демьян Гольцевы в этот вечер не смогли остаться дома. Дмитрий – сын футболиста. По стопам отца не пошел. У него своя гимнастика – математика. По профессии он экономист, но мечтает, чтобы сынишка продолжил дело деда. Мой отец здесь 40 лет назад играл в футбол. У меня как-то вот не легло, сейчас пытаюсь вот сына сюда приучить ходить. «Стимул» и «Спарта» показали хорошую динамичную игру. И со счетом 4-4 пожали друг другу руки. У финалистов в запасе по 6-7 игр. Так что победитель будет известен не раньше, чем через месяц. А болельщикам стоит следить за календарем турниров чемпионата Артемовского городского округа, чтобы насладиться не только игрой, но и цветением лотосов и очарованием фонтана в поселке Артемовский. Виктория Летита, Денис Надельный, Светлана Нурик. Городские новости, Артемовский телеканал «Лента».